Дамы и господа, вас приветствует канал Ростиксона. И тема сегодняшнего видоса – как зарабатывать $1000 на бирже Gate.io. Расскажу вам про свой опыт в работе с криптобиржей, какими способами можно зарабатывать. А также поговорим с вами про стартапы. С них, я думаю, мы и начнем. Бирже я доверяю, никогда проблем с ней не было. А существует она с 2013 года. То есть является одной из старейших бирж. Кстати, если вступят санкции против россиян, уверен, что Gate не заблокирует средства. А перед началом ролика переходите в телеграм-канал Ростиксона. Там ежедневно он публикует новости из крипты, делится своими мыслями и все, что он делает, пишет это в телеграме. Заходи, там много что интересного. Тем более, на этом еще можно заработать. А также, в описании будет ссылка, по которой можно будет зарегистрироваться и получить максимальную и вечную скидку на Gate.io. Ключевой заработок будет основан на стартапах Gate. Это что-то типа лаунчпадов, которые есть на биржах Bybit, Binance, FTX и так далее. Только здесь аллокации пользователи получают не рандомным образом, например, по выигранным билетам, а гарантированно. Это плюс, но и минус, так как пул наград ограниченный, и чем больше людей, тем меньше награда. На бирже, как и на многих других, есть система VIP-уровней. Как это связано со стартапами? От того, какой у вас VIP-уровень, зависит ваша аллокация. Давайте пошагово расскажу, как это работает. Первое. Для начала регистрируемся на бирже Gate.io. Проходим курс 2, верификация. Третье. На странице со стартапами видим, какие дропы идут. Чтобы участвовать, нужно разместить ордер. Размещаем 20 USDT для VIP-1. Деньги не спишутся. Нужно просто подержать деньги до того, как раздадут токены. Это можно сделать и за 5 минут за закрытие заявок. Если я VIP-1, сколько я буду получать аллокацию? Вы будете получать аллокацию в размере 10 пакетов на 20 USDT. То есть $200, холдим. VIP-2 получает 40 пакетов, это уже в 4 раза больше. VIP-5 получает 250 пакетов, а VIP-10 получает 100 раз больше, то есть 1000 пакетов. Формула такая, ваш уровень VIP умножается на VIP и умножается на 10. Все, ждем пару минут часов и ваши токены на бирже. Сколько можно зарабатывать с таких стейлов? На бычке прилично. За VIP-6 можно было бы по $100 или более с одного стартапа, а их было 30-40 каждый месяц. Сейчас же можно зарабатывать тоже неплохо, причем подчеркиваю, что пассивно. Вот статистика за последние 6 месяцев, сколько можно в среднем получать каждые 2 недели в месяц. Если у вас уровень VIP-1, то вы можете примерно получать $16 в токенах в месяц. Если у вас VIP-5, то $250. Теперь к уровню VIP. Расскажу, как их получать различными способами. Первое. Если вы торгуете на Gate, то это отличная возможность, так как за торговый оборот можно получать уровни VIP. Легче всего это делать на фьючерсах. Не знаю, какие биржи вам дают еще бонусы за это, но там, я так понимаю, все это лотерея, а тут гарантированный доход. Второе. Если вы инвестор, то можете инвестировать в GT-токены. Он помимо того, что отлично держится на медвежьем рынке, так еще и утилити мощное в виде VIP-уровней. Если вы просто храните свои токены на бирже, тут вообще нет рисков. Возьмем VIP-3. Обычный трейдер может набить за месяц спокойно объем $240 000. Все, за объем вы уже получили уровень и можете бесплатно получать токены. Либо же вы же должны холдить 1000 GT, то есть $4300. Либо на бирже токены на сумму $10 000. Самый простой способ, конечно, это трейдинг. Приятное с полезным, так сказать. И можно спокойно лутать на медвежьем рынке по $90. Небольшой приятный бонус, кэшбэк. Какая еще биржа может так? Подчеркиваю вновь. Гарантированно. Причем с каждым уровнем уменьшается комиссия на споте и фьючерсах. А также при регистрации на бирже можно получить много поинтов, которые будут покрывать ваши комиссии. Не забываем еще, что многие популярные биржи сейчас отключили комиссии, так что торговля биткоином и эзериум вообще бесплатная. Давайте с вами подведем итоги. Лично по моему опыту, если вы хотите, чтобы каждая копеечка работала, то выгоднее всего зарабатывать на Gate. Так как за торговый объем или просто холд вы получаете возможность зарабатывать пассивно токены. Ни на любой другой бирже я не находил возможность гарантированно получать такой приятный бонус, везде какая-то лотерея. А на этом у меня все. Если вам понравилось данное видео, то не забывайте ставить лайк и подписываться на канал.
Также, если у вас останутся вопросы, то обязательно пишите в комментариях. Я на все отвечаю. Спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!